Всем привет! 30 декабря пытаемся нагулять новогоднее настроение, но в Одессе, в которой плюс 12, ветрено, и я в жилеточке, вообще с настроением беда. Мои девчонки вон со мной гуляют, и в Одессе появилось очень много катков, один из них прямо в самом центре, рядом с Дерибасовской. Ой, как вы там ищете настроение новогоднее? Так, у меня обнаружился в команде человек с новогодним настроением. Откуда взяла? Поделись, отсыпьте. От елочки. Новогодняя настройка. Елочка хорошая. Елочка. Интересно, способ настройки. Да, класс. Нет, это не тот, не наш клиент. Еще один способ. Понеслось новогоднее настроение. Будем прям из еды черпать. Макаронсы. Давайте апельсин. Упаковочная бумага. Еще один шаг к новогоднему настроению. Есть такое? И елочка в торговом центре. И я вам скажу, людей на удивление немного, как все говорят. Но вы знаете что? Через 2 дня Podium Sport Marketing Group разыгрывает 8 подарков. Заходите на их профиль и исполняйте все условия первого поста. Там все рассказано, все очень просто. Через 2 дня разыгрыш 8 подарков. Крутых. Продолжаем экскурсию по новогодней Одессе, и это елка на Дерибасовской. Угу. Тут же рядышком стоят вот такие подарочки здоровые, они, кстати, из года в год стоят. И рядом постоянная ярмарка. Идем дальше. Ой, там сзади только что проходили девчонку, которая играет Show Must Go On, и я подумал, что это просто саундтрек 2020 году. А пока на Дерибасовской красивенько, люди есть, все дела. Воу-воу-воу, пока мы тут с семьей гуляем по Дерибасовской, на канале вышел видосик. А ну-ка по свайпу зацените, там последние новости про зеточки. Ну, Приморский бульвар показать вам точно надо. Вот мне нравятся эти колонны, конфетки, прикольно. И, верно, это все-таки главная елка Одессы. А? Как-то так. И 2021, и, по-моему, мне надо протереть камерой. Ну, Приморский бульвар, я вам скажу, опять народу не сильно много, но завтра здесь будет точно убийство. И девчонки мои гуляют. Ёлочка! Ух ты! В моем детстве такого не было. Дед Мороз, можно с ним посидеть, сфоткаться. Класс. Тема. Так, а тут прям новогоднее настроение приходит. Только что получил весточку от Паримач. Мне отправили подарочки, завтра будем распаковывать. Но и вас без подарков не оставляют. Паримач до 20 января увеличивает бонус 2500 до 3000 гривен. Не пропустите. Ну и что же, финальная часть нашей прогулки. Сзади, возле Дюка, расположена после Хануки символика. И рядышком, смотрите, какие штуки. Нет, пора переключаться на другую камеру. Арка, под которой проходишь, выходишь на Потемкинскую лестницу и вперед к оленям и морвокзалу. И рядом у нас установили эту огромную карусель. Ну прям хочется вернуться в детство. Почему в моем детстве не было Дедов Морозов и карусели? Лиза, когда ты на карусели поедешь кататься? Завтра. Да? И еще 50 тысяч народу? Да, пандемия в разгаре. Ну, как-то так, Приморский бульвар, красота. А вы знаете, а настроение прям на порядок улучшилось. Все, я улыбаюсь, Новый год чувствуется. Ничего и вам желаю. Ой, это не все. Вот еще с другой стороны Приморского бульвара в такую вот кислотную елку влупили. Это что, лыжи? Надеемся, что будет снег. Не верю. Вот не верю и все. После недолгих размышлений, пришли к выводу, что одесские лыжники настолько уже пессимистично относятся к возможности появления снега, что сдали на елку свои лыжи.